держать просто плечо. Как ты будешь работать с этой стороны? А, ну если удобно, вот так ставим, да, вот тут держи. Я делал пояс, потому что сейчас будет большая нагрузка идти мне на поясницу. Вот, чтобы самому себе не срывать, надо защищаться. Сейчас будем делать. Не, ладошками держи, ему больно. Да, вот так ладошками держи плечо. Вот, проверяем. Вот сейчас вот здесь боль от 0 до 5. Сейчас нащупаю, уже потерял. Вот, вот она. Сколько? 1. Уже не болит. Что лечить? Ты хоть притворись там, скажи 10. Не больно? Ну ладно, мы проработали, мы уже не больно, покажу. Да. Я вот упираюсь. Беру его ногу, нога к рычаг. О, тут, конечно. Да, сгибай ногу. И эту ногу надо держать. Растяжечка. Тянется вот здесь вот все. Нормально? Приятно, ничего. А ничего, тут попробуй с тканями справиться. Ты что? Вот. А здесь сиди, повернуть. Да, ложись на самый край. Сейчас мы потянули вот эти ноги. Тебе на край, да? Туда. Да. Да. Сейчас попробуем скрутишку сделать. Теперь Лёха толкает плечо. Давай, ноги свежие. На край, ближе ко мне. Ближе ко мне, Виталий. Да, еще на край. Еще. Это вот разблокировка ППС. Мы уже снимали такое видео. Помните Сашку? Да. Втроем. Мы уже будем снимали, блядь. Да. Вот так. На другой. Вообще не больно. Вообще не больно. Мы же подготовили, оно там мягенькое. Ага. Если бы не подготовили, мы тебе не скрутили. Я захожу сюда в подколенное пространство, ямку. Бедром держу бедро, вот видно. Вот. Он держит плечо, чтобы не прокручивалось. И делаю разворот таза. Это работа именно на поясничное-окрыцово-воздушное сочленение. Ну и немного поясница, естественно, включается. То есть, если бы я толкал сюда, была бы поясница. А я вот, воздушная кость. Этой ногой держу его колено, чтобы не соскальзывало. То есть тут надо все держать в голове и рычаг. Трусы лопнули. Тут чуть я больше пригрузил. Нормально? Все, теперь обязательно отлежаться. А потом, наверное, на правую делать. Потело. Да? Возможно. Все, сейчас он лежит пару минут, потом провесной делаем. Блин, я ничего не включил. Довольно.